Всем привет, с вами Сергей Плей. Как я обещал, да, сделаю в двух частях обзор на обход, то есть, да. Я действительно очень тщательно все искал, умудрился все это, все так делал, в общем, как записывал, я умудрился очень тщательно все проверял, поэтому сейчас будем проверять, ну, не будет проверять, обзор, предобзор, то есть первая часть вот в этой, которая записывается, будет обзор данного способа, то есть как все это, ну, конечно, не буду пошагово показывать, как, то есть там, подключать там все эти и так далее, поэтому как-то во второй части уже будет полный обзор, то есть это полный функционал, способность, в общем, да, вот этого способа, поэтому приятного просмотра, в общем, начинаем. Так, вот данная сеть, то есть вот она называется Limited Best Internet Sharing Device, то есть мы как подключаем для начала, то есть, ну, ссылку оставлю в описании, как надо, но если это надо, оставлю, если получится, не знаю, да, на самом деле, так просто оставлю, как нам пошагу подключать с телефона на ПК, ну, я могу даже вам сейчас сразу, в принципе, найти сейчас. В общем, так. Ну, так просто набираем, для как подключить телефон от ПК, то есть, ну, все это, или так вот. Не знаю, что это закрывать, да, подуставший немного, да, наверное, скорее всего, ну, да, вот. Наверное, за это, что подготовился, да, сейчас куда-то сбросить вообще, просто есть. Поэтому сейчас, короче, подключаем. Вот как подключить телефон компьютер через Wi-Fi, допустим. Вот эту ссылку, может, я оставлю, то есть, ну, если, ну, кому-то надо, ну, то есть, вот как подключить телефон, да, вот компьютер через USB, там, или Wi-Fi, USB, да, что-то, то есть, да. Вот тут читаем, то есть поставьте видео на паузу, прочитайте. Ну, кому надо, я, конечно, опять же, я поставлю ссылку на описание, какой раз, в общем-то, я не знаю, ладно, в общем. Так вот тут почитывайте, в общем, тут вот все есть. Так, тут вот. Так вот, проблема при подключении телефона по USB кабелю, например. Вот как тут решается, так, что-то у меня компьютер лагает, сейчас отлагает, не отлагает. Он так и будет лагать. Так, вот все, удивление. Альтернатива с подключением к смартфону на компьютер. Вот тут. Это, кстати, на паузу. Тут. В общем, все, и тут все натянется под мужем. Да. То есть там Билайн, там больше сериал тут. Читайте. Вам синхронизация, как бы на компьютере, на компьютере, на смартфоне, то есть. Как-то так. Ну, вот, например, второй части не будет такого обзора, например, именно как я буду подключать, потому что, ну, у меня нет камеры, например, я через бандикам записываю, как я вот, там, кто-то меня спрашивает, если ты смотришь меня, да, я через бандикам записываю, я тебе, по-моему, отвечал, там, кто-то, там, не знаю, у тебя, по-моему, вот такие лист был, какой-то там, не помню, тройника, извиняюсь, извини меня, пожалуйста. Так, ну, и тут смотрим, то есть, как так. Сейчас у меня опять лагает, жестко лагает, со мной. Так, наверное, так и будет лагать, да. Для начала я вообще... Ну, если не запустить видео, это на самом деле не будет позначить. Да, так уже не писать уже, понимаешь. Вот тут тоже можете посмотреть там. Моба-оба. Например, или там. Ну, короче, телефон компьютер через Wi-Fi. Тут самое лучшее положение для синхронизации. Ну, я вам сразу скажу, как не время, а пошла два сразу. Мы уже вначале видеоролика говорили, то есть. Типа телефон, ну, за зарядки, то есть, втыкаем основной синхронизатор, или как его там называют, основной там, и чтобы повод кабель, то есть, был сам остался. Подключаем компьютер, один шнур, то есть, один разъем втыкаем компьютер, то есть, у системы только один, да, другой разъем к телефону, то есть, и там, в общем, мы заходим в настройки, после там небольшое внимание, что там USB зарядка, там ничего, другие передачи, там передачи музыки, небольшое внимание, заходим в настройки телефона, заходим в LAN-модем, чтобы подключаем, то есть USB-модем, и подключаем затем после этого Wi-Fi, то есть, ну, как-то из наличия проверяем, то есть, мы получили все, и именно до этого всего дела нужно, чтобы мобильные данные были выключены. Если что-то непонятное по этому поводу, то пишите в комментариях. Опять же, все открыто, все прозрачно. Так, а Android, там есть всякие программы, то есть, вот, можете поставить на паузу. То есть, вот, тоже получение там очень проблем, там установление там проблем подключения телефона по файлу там заключение, то есть можешь посчитать, в общем, как так. Я, конечно, не смотрел, я вам показываю, сам я даже не знаком с этим сайтом, там статью и так далее, да, на форумах там и тому подобное. Вот, то есть.
Ну, в общем, как так набирать, ну, ссылка, опять же, описание, ну, сколько я повторяю, в общем, ссылка описания будет на официальную статью, все, типа, как так. Я это не понимаю, ну, там, сетевой кабель не подключен, не знаю, то есть, там, NotLink, там, ну, или там, в общем, вот сама сеть, вот, за ремонт, NDSBS, предназначение девайс, то есть, вот у меня основной Intel, это, система блока, то есть, имеет в виду, да, вот, и на компьютере, машина, через это, там, и основной самого системы блока, там, именно, в общем, вот название, там, может, даже я сам увидел карты, но, скорее всего, там, вот это есть, что вот, опять же, так, ну, все, в общем, я вам показал обзор, первую часть, кому поставьте лайк, подписывайтесь на канал, собственно, пока с вами был Сергей Плеев, ждите вторую часть, думаю, она выйдет, думаю, ну, не знаю, скорее всего, всем, может, недель через 2-3, так как там будут у меня личные проблемы, там нужно их решать, в общем, поэтому так, не скучайте, всем пока.